Всем привет! Вы на канале Эрик Кантона, и я могу получать награды за Weekend League. Food Champions, награды за Weekend League. Ну что, поехали, смотрим. Очень волнительный момент. Не так много было побед. Food Champions Weekend League выполнено. Итак, за золото 3 я получил 20 тысяч монет. Один мега набор и золотые премиум игроки. Двадцаточка упала, это отлично. Так, вы не прошли Weekend League. Так, я не прошел Weekend League. Не квалифицировался. Следующий турнир. Игроки золотой. Максимум 8 в стартовом и запасном. А вот нет требований. Возможно, там я и сыграю. Так. Ну что, двадцаточка упала, не помешает. Она нам поможет на испытаниях подбора команды, которую я сейчас пытаюсь пройти. Европейское турне. Так. Даже уже сразу желание появилось. Быстро купите трех игроков, но подождем. И идем в магазин и получаем моих два набора. Давайте сначала вскроем мега-набор, где... Игроки, расходуемые предметы, минимум 26 золотых, 18 редких. А уже потом игроков. Ну давай, информ! Ну! О, чё, ребят? Мне попал мексиканец. А чё? Так. Антонио Конте. Он прилично должен стоить. Да, минимальная цена его 1900. А, нет, есть 1000. Ну, мы начнем вот так. С Антонио Конте мы начнем именно так. Вот так, ладно. Ты уже погнали его, да, в продаже. По серебряным лучше посмотреть. Довольно редкий игрок датский. Возможно, уйдет за эти деньги. Это вряд ли дорого уйдет, но тем не менее. Так, ну, контракты и физическую форму сохраняем в клуб. Так, один набор аренды. Дубликат. Дубликат, давайте посмотрим, сколько он стоит. Вполне прилично, кстати. За 700. Так, давайте посмотрим, кто здесь. В принципе, Утака, Бронски, Дайер, Дэнни, да? Так, посмотрим, сколько стоит Ачоу. Ну да, совсем недорого. Да и, возможно, продавать его не надо. Да, давайте, наверное, пока футболистов всех я сохраню в клуб. Потому что я еще до конца не решил, что с ними делать. А вот это вот мы все продадим. Это точно стоит недорого. Так, набор получаем. Сейчас посмотрим, что там будет за аренда. Ну, а вот это уже все можно продать более-менее за серьезные деньги. Где-то от 1000. Физподготовка. Обучение физподготовки, да? Ладно. Это все понятно. Ну, а это где-то по косарю. Насколько я помню, продается. Можно одну посмотреть. Давайте глянем. Да, где-то 1000. Я это не использую. Поэтому выставляю под 1000, от 900 до 1100, чтобы она ушла. Так, 900. 1100. Да, сейчас посмотрим, что сначала у нас за арендные игроки будут. Ну, а потом уже, соответственно, переключимся и посмотрим, что нам за набор игроков. Лечение это где-то тоже примерно под 1000. Ну, чуть-чуть ниже дам. Так, премиум набор игроков в аренду. Один редкий. И 4 золотых. О, слушай, ну...
Ну? Альба! Слушайте, ну да, уровень 86-90. А, слушайте, неплохо. То есть контракт. Так, интересно, какой-то набор интересный. Так, контракты тренера, это понятно, ЛТ. Шведская форма. Ну, я не думаю, кто ее кто-то будет покупать, но тем не менее она продается. Ну и Альбу. Отправить в клуб. Пусть в клубе тусуются. Так, ну и что, поехали? А, золотые премиум игроки, 3 редких. Давайте, включай 12 игроков, минимум 10 золотых. Давай информ, так давно не было никаких информов. Давай мне какой-нибудь Рональдо, Месси, блять, просто за миллион. Ну! Это шляпа! Причем полная. Да, на самом деле попалась полная шляпа. Так, а как всех отправить? Нет, всех отправить всех в клуб. Да, всех отправим в клуб. Отправить все предметы в ваш клуб. Они пригодятся. Так, кто-то у меня продался, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, какая-то произошла продажа. Да, ушел игрок. Неплохой. Здесь пока ставок никаких не было. А, вот еще. Сейчас мы посмотрим, сколько он стоит. Да, он стоит недорого. Поэтому недорого мы его и продадим. Так. Давайте вернемся сюда. Посмотрим, что здесь у нас есть. Ну да, этих мы подождем, потому что реально дороговато. Дороговато брать Алонсо. Вот. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Через какое-то время, по идее, должен упасть еще какой-то игрок информ. Но так как у меня золото 3, я думаю, это будет слабенький футболист. То есть ждать какого-то сильного тут не, ну, вряд ли стоит. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!